Приветики, продолжаем проходить Sekiro Shadow Die Twice. Тени умирают дважды, в моем случае ни хрена не дважды. В общем, как сказать, я тут побегал немного по локе, прокачался, да, ну, чтобы подкачать, короче, уровни. И вот там вот мужичок стоит, я, короче, на нем потренировал удары и решил, думаю, дай-ка я попробую бить копьеносца, которого вчера не мог завалить, с которого мне пригорало дико. И знаете что? Я убил эту тварь с первого раза и не поставил это на запись. Так что, ну, без него. Будем, в общем, побегал я тут немного, отдал образцы крови вот этой тетке насчет драконьего поветрия и установил еще новую плюху в ручной протез. Это вот такой топор. Да, он... Эх, нельзя. Давайте вот здесь, да, вот он вот так херачит. И щит просто напополам ломается. Просто красота прям. В общем, давайте поговорим с этой теткой. Она сказала, что... Вот, как успехи. Да, я кое-что узнала. Источник драконьего поверья — скверна вашей крови. Что вызывает скверну? Запас особой силы в крови ограничен. Представьте, что вы израсходовали полностью, снова пытаетесь воскреснуть. Воскрешение все равно произойдет, но сила для него будет взята из другого источника. У тех, кто болен драконьим поветрием? Думаю, да. Значит, те, у кого драконье поветрие, лишили жизненной силы, присущей всем людям и составляющей основу их человеческой природы. Их кровь тоже наполнилась скверной. Можно ли это вылечить? Да, вернув то, что было отнято. Готово. Божественная капля. С помощью этой капли можно немного повысить свою способность к воскрешению, либо, если у вас есть амулет исцеления, вернуть жизненную силу тем, кто был ее лишен. В этом случае каплю нужно поднести идолу резчика. Все больные драконьим поветрием исцелятся. Так, она нам амулет дала. Давайте сразу излечим их. Потому что какая-то неведанная сила нам помогает. Я не помню, что за неведанная сила. Так. Купить эмблему духа. Вот видите, четки. Три четки из четырех у меня теперь. Жизни 10, сила атаки. Ой, еще один. Так, подавление скверны. Да. Он сумога. Ветрие были исцелено. Все больные драконы ветрием выздоровели. Может, с ней снова поговорить? Может, она еще что даст? Пожалуйста, передайте это ему. Саке Аси. Его любимый чай. Хорошо, отдадим. Может, он что подарит нам? Что-то помню, от этого зависит то, что ты видишь. Я не уверен, все ли из этого, что я видел, было действительностью. Так и должно быть. Отдать напиток. Я принес чаю. Чай хорошо пахнет, отъедай, пожалуй. Он был выдающимся целителем. Точнее, надо сказать, одержим настолько, что отразилось на его здоровье. Впрочем, рассказать, что и ты тоже. Что это значит? Когда я потерял левую руку, Доген создал этот протез, который стал теперь и твоей левой рукой. Первый протез вышел неудачным, абсолютно нерабочим, и он передал его, а потом переделывал еще... переделывал его еще, короче, понятно. Что такое? Мучиться им пользуется, и поэтому Эмма без конца просила меня, чтобы я вырезал ей волчки и другие игрушки. Такое обучение протез стали называть полком Синоби. Короче говоря, протез наследия Доугена. Сколько времени прошло, хоть я стал быть Синоби, его я оставить не могу. Какой-то же диалог длинный. Так, ладно. Пойдемте туда. Дальше проходить после этого копьеносца. Переместиться. Поместье Хирата. Бамбуковая роща на склоне. Вот дальше была после этого копьеносца. Бамбуковая роща на склоне. Блин, сам удивился. С первого раза его завалил. Сначала тайным тыкнул его клинком. Ну, из кустов, короче, с подтишка его шмякнул. Он просто три раза отразил атаку копья,
И все, и у него кончилась концентрация, я его зачпокал. Да как так-то? Я вчера его час проходил, даже больше, я еще потом фигарил. Ах ты! Вот так вам, уродом. Вы ничто, и звать вас никак. Всякая шелупонь тут называет меня. Никем и никак. Вкусно, урод. Так. А вы, твари, знаете, что я вам сделаю? Нет, не ту кнопку. Вот эту кнопку. Минус нахрен. Раз, два, ой, два, три. Минус нахрен. Еще. Блин. Все. Вот так вот. Ваше стрельбище закрыто. Ясно вам? Полигон они, блин, тут устроили. О, жирчик. Блин. Бас, бас, вали. А ты как? Ух, как больно, больно, очень больно. Ха-ха, почти убил тебя. Почти. Давай, 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 давай. Опа, почему? Давай, успей, успей. Мы руки вспотели. Ну сегодня идет прям все. Я подучился немножко. Все сегодня идет вообще на славу. Смотрите, как действует топор. Бам! И все. Давай, следующий. Так, опа. На! Щит вкусный. На! Красиво. Просто муа. Так, пригоршня пепла. Блин, там тоже что-то есть. Так, тут короткий путь, что ли? И там что-то есть. Идти туда или не идти? Ладно, давайте сходим. Кстати, да, и еще я знал, что он умеет плавать. И что вот таких вот карпов надо убивать. И там есть человек-рука, который принимает эти чешуйки. Где, ну, это получается в воспоминаниях, где первый мост проходили. Вот там вот, который чувак рассказывал нам, что какой-то там год от драконьего преследования или последования, хрен его пойми, короче. Вот у того чувака рядом есть мост, и там живет рука. В горшочке, рука в горшочке. Новое блюдо дня от шефа, рука в горшочке. Так, а куда мне?
сюда, наверное, да? Да. Ну, плаваешь, конечно, ты так себе. Не сказать, что хорошо, но и не сказать, что плохо. Да, мы подошли к горящему зданию. Сейчас что-то будет, наверное. Не дай бог, босс, у меня 0 бутылок и нету этих. Не хотелось бы, конечно, с боссом-то столкнуться, но что-то тут... О, это Батяня. Чтивый. Отец, это ты? Знает? Это ты? Вот так вот. В каком? Кажется, это была ошибка. Возможно, годы все же взяли свое. Ты отрываешь. Не пытайся лечить мои раны. Бессмысленно. Слишком поздно. Волк, ты должен взять это. Ключ от тайного храма? Это ключ к тайному храму в особняке. Ты найдешь его. Божественного наследника. Понял. Возможно, если лезть по утесам... Да. Вернись ко входу в поместье и поищи проход по утесам. Иди через черный ход на кладбище. Так и пройдешь. Понял. Волк, всегда помни. Железный кодекс. Да. Слушай своего господина. Волк, защищай господина ценой жизни. Отец. Оу. Музыка такая пошла. Не, все норм. Так. Я так понимаю, у меня единственный проход, да, сюда? Значит, надо сюда. Человек. Ну, Синоби. Он с протезом. От кутюр. Так. Куда-то мы пришли. Тихо, 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 тихо. Пацанчик, до свидания. До свидания, наш ласковый мишка. До свидания, наш ласковый друг. Ух, нифига их тут. Чего вас так много-то? Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Да блин! А, беги, 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 вас слишком до хрена. Еще и лучник? Да вы офигели. А тебя-то я легко затирать, у меня вот этот страшный с топором и лучник. Вот так умеет этот пилот делать. Поэтому я боюсь его. Все, yes. Так, ты что там? Ты один остался, ты понимаешь, парень? Тебе не страшно, нет? Чего ты чаще стрелять? Там? Сейчас сыпаешь, да? На, на. Yeah. Сегодня я могу до первого босса, пока не бомбануло. Так, мне сюда надо? Ага, думал, я тебя не замечу, да? Если еще мне света, и ты один со светом, а? Козел. Думал меня подкараулить. Угу. Сейчас. Серия прыжков по стене. Ура, Assassin's Creed. Я вышел из колодца. Масло. А можно мне, пожалуйста, этот тотемчик? Я бы, знаете, слетал бы, сохранился бы. А то мне что-то прям вообще сыкотно сейчас вот прям. Спасибо, спасибо, великий Будда.
Ой, пробежал мимо. Найден идол резчика. Вдохнул. Так, изучить навыки. Смотрите-ка, два штука. Это что такое? Дает навык опорный прыжок. Я хочу купить вот это вот, дыхание жизни свет. Я так понял, когда ты типа добиваешь их вот так вот прям, ну, что капец, как они умирают, и из-за этого тебе пополняются жизни. Карма Синоби Разум дает пассивный навык Карма Синоби. Разум повышает максимальный запас эмблем духа. Эмблемы духа воплощение плохой кармы. Ты пойми, что такое. Так, прием боевого искусства в прыжке. Дает навык бой в прыжке. Ну, короче, драться можно в воздухе. Глаза Синови. Вот, кстати, вот с помощью вот этого контратака мимикрии, оказывается, можно было победить того урода. Я выучил этот навык, но не прочитал его подробно, что здесь непонятно написано, атака, выпад. Оказывается, когда вот этот красненький значок загорает, и он тебя тыкает копьем, надо вот в последний момент нажимаешь Б, копье прижимается к земле, и меч идет ему в харю. Вот прям, я не знаю, это... Почему так и не написать? Прижимает копье к земле и дает по щам копьеносцам. Да, понятно и просто. Конечно, не только копьеносцам, почти всем по щам можно так выдать. Блин, я дрожу. Ух, нифига! Но! Как вас много, парни! Давайте как-то... Нет, ну так же все. Люблю тебя, лучник. Очень сильно. Жлю привет. Так что, кто-нибудь подойдет, кроме лучника-то? Я тут. Все, отлично. У вас двое, я понял. Воу. Вот, блять, еще огонь, ну ёб. Весь воскреснул еще в огне. Так, знаете, что надо сделать? Надо сделать все просто. Сходить. Вот сюда. Так, отдохнуть. В огонь вот... Вроде вот по бою все хорошо получается, а такие глупые... допускаю ошибки. Но вот этот огонь, ну... Раз, два, у нас сдохнет. Раз, лучник вижу. А вот скоро прям в упор со мной стоял. Так, я отойду подальше, просто буду драться. Сюда давай. Да блин! Видите, у вас что, самонаводящиеся патроны там, что ли? Так, прыгни ты! Оба, и сразу третий. Синоби. Что, лучники, вы остались одни? Защитные.
ты что? Наверное, чтобы обойти их, типа. Но мы, ну, великие силы мы не обходим. Не ищем, короче, путей. Их КП странные, кстати, я присматривался, они такие ходили. Зубы шкерят, скалят. Думаю, осколок. Карпов не водится? Нет? Обидно. О, сломанные ворота. Что есть? Что есть? Что, ничего нету, что ли? Или? Так вот, пусто. Ой, нет, не пусто. Да ты, блин, с рукой. Не успел убить. О, что-то есть. О, божественные конфетти. Изгоняет призраков, изготавливается подобно тому, как боги благословляют воды первоисточника, так эти конфеты благословляют того, на кого они попадают, делая призрачных врагов. Это в Дарке была такая фигня, типа, надо было какое-то проклятие, чтобы убивать призраков. Тут, наверное, конфетками, типа, их надо сыпать или оружие обсыпать конфетами. Значит, будут какие-то враги такие будут. Уну невидимо. Ну, конечно, я не люблю таких врагов. Призраки мне в Дарке, я долго не мог понять, как их убить. То есть, дело дошло даже до Википедии. Так, а куда сейчас-то? Кажется, не это, никуда. В смысле, а куда дальше-то? Классно. А, вон, наверное, другой берег надо, нет? Ну да, тут же островок не зря стоял. Ну, точно, вон даже вижу людей. Если... Ты кто? Поговорить. А ты не просто воин, как далеко зашел? Это тот, который сдох с топором, по-моему, это этот. Точно, это он, который говорил, возьми топор в храме. Никогда не просит. Истинно. Татану, сразимся вместе! Давай, Татану, давай! Ой, ты нажал. Ой, там, смотри, жирки, вообще жирный. Да блин! Ты вообще крёк! Дзюдо пьяница? Пока. Отпрыгивай от блевотины. Ну чё, мой друг-то сдох, что ли? Лошандра. Остомолока. Эй, как мне сейчас бороться? Блин, ты мужик, ты бросил меня на произвол судьбы. Пока. Нет, 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 нет. Надо было его защищать. И опять убивать всех.
Короче, до туда надо пройти как-то так четко, чтобы прям не это, не потерять жизнь. Да, я буду. Давай атаковать вместе. Ну, давай правду атаковать. Блин, флягу забил. Сдохни. Так. Этого я убил. Так, а на тебя подействует огонь? Воу! Тихо. Он убил его! Да как так-то вы все дохли? Ну я ж не вытяну один его. На. Яд! Нет, нет. Заразился. Блин, это чтоб тебя, сраный пьяница, куро. Нифига ты еще. Ты же бухал. Подожди, я не понимаю, как с тобой бороться. Да нифига! Погоди. Сейчас сообразим. Ага, хрен тебе, понял? Ты, конечно, меня немножко провонял, но нет, не сильно. Так. Или, короче, когда ты бухаешь, к тебе можно подходить. Все понятно? Я буду ждать, когда ты выпьешь. А до того момента ворочаются! Это просто... душевное говно. Да, хватит махать, бухай давай. Я знаю, ты хочешь выпить. Бухай, я сказал. Ну, выпей немножко, ну давай, пьяница, ну. Это будет долго. Не, я к тебе не подойду. Я подошел к тебе. Подожди, тебя ударил? Ха-ха. Раз. Давай, ты еще второй можешь. Пьет в последнее время. Типа, все? Жизни мало стал, перестал пухать? Нифига.
Нет, 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 не убивай. Усса. Это... Блин, тот чмо подыхает быстро, я не успеваю его... Это... Так-то он бы хорошо отвлекал его. Сюда. О, у меня три этих есть. Надо будет использовать. Пока, парни. Не-не-не-не-не. Даже не буду связываться, поверьте мне. У меня есть дела поважнее. Так, может нет. Сначала подманить. А чего вы не подходите? Не хочу того мужика пока в бой пускать. Так, поговорить с тобой. Все, давай, погнали. Держи его, мужик. Давай, или бей, или держи. Давай мы его сможем. Нет, не убивай его. Да ну и ты меня убил, да как так-то ты? Толстом хочешь, дохни. А, ты еще умеешь так? Он одним ударом снес на всех хп. Да, это читер, читер. Козма. Ой, парни, идите в задницу, он реально не до тебя сейчас. Да хрен я тебе больше подойду, понял? Читер сраный. В сраку, вот. Да как так-то? Я не понимаю, как он так бьет. Почему он столько сносит? Почему столько сносит? Первым мы с этим чуваком хорошо разнесли. Мне понравилось, он... Как бы типа, я бью, он бьет, я бью, он бьет. Извини, братан, мне пора. Азина, три топора, спасибо, мне пора. Азина, 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 Азина. Вяжется сейчас и не отвяжется, опять эта песня сраная. Проблемы с доступом, блин, у меня уже казино. Так, надо не запороться, на. Сюда.
сюда, пожалуйста, подойди. Ближе. Иди сюда. Давай. Так, давай, мужик, в бой. Онуши, аго, соус. Томуни майр! Давай, я буду его отвлекать. Бей его, что ты стоишь там, мужик? Я в ловушке, я в ловушке. Ну ты урод вообще, козлина, и ты его будешь, нет? Не, мне уже не одолеть его. Так, пробую последний раз. И потом, как бы, думаю, все. А больше мне не хватит. Слишком. Так, с этим можно что-нибудь выучить, попробовать. Может, что-нибудь поможет мне? Мне поможет только чудо. Учение навыков. Так. Боевое искусство в прыжке или скрытные звуки, или же опорный прыжок. Можно выучить вот подкат со скольжением и опорный прыжок. Я так понимаю. А это что? Дает навык догоняющий удар. Это умение синоби позволяет использовать определенные инструменты в протезе, мгновенно сократить дистанцию. Догоняющий удар. Прыгает вперед и наносит размашистый удар. А я что-то не замечал, что у меня еще навыки появились от протеза. Мне, конечно, мужик учебник какой-то давал, этот резчик. Ну что-то не перелистывал, не посмотрел даже, что там есть. Я бы выучил. Сокращение дистанции — это вообще кайф. Кайф. Эх, нихрена не синоби. Заметили? Не истинный синоби. В принципе, я пойду по тому же плану. Вот этого я... Вот так вот зачпоку. Вот этого я приманю и этого приманю. Сюда, 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 сюда. Нет, дай мне полечиться.
плану слушаешь. И я по плану слушаю. У меня больше возрождений нет. У него осталась одна жизнь. Смогу ли я его заклинать? Да что, у тебя такой удар-то? Еще и этот тут. Пошел ты в жопу. Вот последний удар. Ай, блин. Короче, ладно, давайте на этом закончим. Пройдем его, уже думаю, в следующей серии. Потому что мои нервы больше этого не выдержат. Нет, столько раз сдолбался, потому что этот урод подыхает даже на первой стадии босса, дебил. Он какой-то прям по расписанию дохнет, как бы ты его не пытался защитить, этого синежилетчика сраного. Ладно, всем спасибо, всем пока.
Да, блин.